Сегодня мы занимались последний день. Я уверен, что все вы сдадите на отлично. Нет, я еще раз проверю. Хорошая у тебя комната, Леночка. А главное, никто не мешает заниматься. И всегда у тебя так тихо. Всегда. Ага. Ну, Антон, итак, порода, друзья. Кто это? Мамочка, скажи, пожалуйста, моему брату, что если он не образумится и не перестанет кричать, то я по его милости провалю зачет. Теперь никто не будет мешать. Пожалуйста. Итак, Антон, порода грызунов. Одну минуточку. Николай Макарович, не дудите, пожалуйста, вы нам мешаете. Николай Макарович, если мы сдадим зачет на отлично, нам же лучше будет. Мы уедем отсюда на все лето в виноградный совхоз. Вот и тихо. Итак, я начал тебя спрашивать, что порода грызунов. Что это? Ты кто такая? Леночка. Три четыре. В чем дело? Я вас очень прошу, не играйте, пожалуйста, на нашей улице. Просит не играть на этой улице. Почему? Вы нам мешаете. Мы готовимся к зачету. Готовится к зачету. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо. Шагом. Хорошо. Тихо. Тихо. Тише. Не топайте так. Идите на цыпочках. Как на цыпочках? Да.
знаю, а вы? Кто мы? Кончили заниматься. Завтра сдадим на отлично. Вот и поем. Поем? А как же я? Мне так хотелось рассказать вам, что я знаю о носороге, о воробье, о слоне, о мышах, о приплывающихся млекопитающихся, о парнокопытных, о головоногих, о главный город в Австрии, Вена. Правильно. А жителей в СССР 170 миллионов, а в Америке, товарищ Борис, меньше 120. Правильно. А в Африке, товарищ... Ну, всего хорошего. Всего хорошего. Куда же вы? Как? Да. Домой? Нет, подождите. Борис Борисович, я вас очень прошу, останьтесь. Посидите. Вот так. Пусть Леночка, она речь приготовит. Да я не буду. Что будешь? Ой. Борис Борисович, вы нам все время помогали заниматься. Мы, Борис Борисович, вам, Борис Борисович, нашему другу хотим преподнести... Сейчас. Господа. Да не правда. Я у Антона. Антон, где подарок? Тихо. Где подарок? Подарок? Сейчас. Тихо. Ну, где же? Где подарок? Тихо. Подарок? Сейчас. Ну. Леночка. Сейчас. Мы хотим преподнести абсолютно новенькую, очень хорошенькую вот эту панамку. Ох, тебе не стыдно? В такую торжественную минуту ты спишь. Может, мы еще хотели торжественную руку пожать. А ты мало того, что ты спишь, ты еще храпишь. Сюда попала. А вы кто такой? Я заведующий. Никанор Иванович, а мы к вам. Отличники. Очень рад. Очень рад. Очень рад. Очень рад. Очень рад. Это вы нам махали? Нет. Птицам. Но это не важно. Не важно. Они виноград клюют, а вы говорите, не важно. Клюют. Здравствуйте. 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 Вот ведь птицы-то какие хитрые. Мускат Изабеллу шашлу не клюют.
А самый скороспелый, самый вкусный, самый лучший виноград золотую лозу пожирают. Никанор Иванович, а что если ягоды горчицей помазать? Никанор Иванович, а что если ягоды посыпать табаком, чтобы птицы чихали, а? Чихали? Нет. Ох, это Леночка. Что так? Да как же? Бегает вокруг птиц, а есть не идет. Вот шальная девчонка. Борис Борисович. Слышите шаги? Вот и Леночка идет. Да вот нет, я ее сейчас. Успокоили. Приехали мальчики, приехали девочки, веселые, бойкие, здоровые, умные, и сразу стало веселее. Это наш повар, дядя Петя. Я. Ребят, вы оставайтесь на дом. Я вас плавать научу, нырять научу, а вас по горам лазить научу. Ну, а вот это вам мой привет. Борис Борисович! Борис Борисович! Я птиц изучила. Смотрите на меня. Это еще что такое за пши? А вот сделаешь так, птицы вздрагивают и улетают. Ох, как мы их прогоним. А это хорошо. Не буду я около каждого куста руками махать. Я приехал с ее отдыхать и жуков ловить. А чучела на что? Мы подкроем чучела, они лучше нас будут испугать. И я вам помогу. Очень хорошо. Очень хорошо. Первое чучело мы сделаем такое. Сейчас. Пожалуйста, что это такое? Смерть вредителям. Ну, чучела, спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо ребятам. Пожалуйста.
Маленького вора они прогнали. Спасибо. Будьте здоровы. Виноград опыливает. Да, теперь бы поймать большого вора. Коршуна. Больше. Орла. Больше. Кого же больше? Человека. Виноград наш, наша гордость, самый скороспелый в мире, пропадает, корзинами ворует кто-то. Прошу вас, ребятам не говорите ни слова. Я их звал отдыхать. Узнают, начнут сторожить. Ну и пропал их отдых. Да, если Леночка узнает. А это... Но я вам помогу. Нет, я один буду сторожить без ребят. Будьте... Борис Борисович, вам Никанор Иванович новости рассказывал? Нет. Как мне? А мне показалось, что рассказывал. Ах, да. Он говорил, что ему нравятся чучела. Хорошие, говорит, чучела. А больше ничего. А больше ничего? Больше ничего. Значит, ничего? Не сказал. А еще другом считается. Ну и не надо. Подумаешь, без друзей обойдемся. Ловить вора. Что? Что? А мы что, со школьницей, что ли? Правда. Предлагаю поймать вора немедленно. Сразу посадить в сундук и отправить в милицию. Борис Борищу ничего не говорит. Он тогда жалеет, что нам ничего не сказал. Принято? Принято, единогласно. Дядя Петя, ты с нами? Будем вместе ловить вора. А, обязательно! Вместе с вами буду вора ловить. Да, 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 да. Сапог я засунул, в новенький свой кнул. Чабары, чабары, чандочи беряка. Ведерка набрал я, коня на воде. Ребята, это наш совхозный кучер, Степан Геннадьевич. Он странный. Как с людьми разговаривает, слов нету. Стесняется, скрывает, чего это. А с лошадьми разговаривает, а о чем никто не знает.
Одно слово, цыган. Я против него ничего худого сказать не могу. Но все-таки будем за ним присматривать. Поняли? Есть. Борис Борисович, а вы что ищете, а? Что я ищу? Да. Что ищу? Панамку. А. Да-да, панамку. А ты что здесь делаешь? Я? Да. Вам помогаю. Ага. Послушай, а дети спят? Дети? Да. Нет, то есть спят, спят. Спят? Конечно, спят. Да. Так хохочет. Борис Борисович, а? Может, вы хотели нам что-нибудь рассказать? Так я их разбужу. Что? Нет, Борис Борисович, они даже рады будут. Нет, если вы хотите что-нибудь рассказать, мало ли, может быть, со вкусом что-нибудь случилось. Ну что вы на меня так смотрите? Дядя Петя нам все рассказывает. Что рассказывает? Ничего не понимаю. Ну что вы руками разводите? В городе вы все понимали, а дети понимать перестали. Ну вы все равно как птицы здешние. Иди спать. Борис Борисович, а может я спать не хочу? Успокойся. Я сейчас поговорить хочу. Потом, Борис, потом поговори. А еще друг. Thank you.
Что за безобразие? Вор утонуть хочет. Я должна его спасти. Ну, Леночка, куда? Ты же плавать не умеешь. А это неважно. Ой, ну, вон он. Ой, на нас смотрит. Ой, скорее. Я дома пойду. Кучер ныряет совсем, как дядя Петя. Тоже сказал, как дядя Петя. Дядя Петя ныряет, а кучер только по дну ходит. А разве по дну ходить легче, чем нырять? Конечно, легче. Набил сапоги ко мне и иди себе на здоровье. Только надо уметь дыхание задерживать. Дыхание задерживать? Ты бы еще надел водолазный костюм с кислородным прибором, сел на мотоцикл и поехал бы по морскому дну из Батума в Ялту. И поеду. Да, поеду. Вот дай мне мотоцикл, я на попробу. Удивляюсь я на твой характер, Маша. Разве ж я тебя бью? Я тебя угощаю. Вернулся. Просох. Не просох, а переоделся. А я говорю, просох. А я говорю, переоделся. На нем та же самая кофточка. Кофточка, тужурка. А, виноград ворует и ложечку. Вот бы его сейчас поймать. Теперь он в воду не уйдет. Давайте заговорим, может проговориться. Пойду и скажу. А что скажешь-то, а? А куда вы на лодке виноград возите? И зачем их лошадь ворованным виноградом кормите? Если покраснеет, значит, еще против него доказательства. Пойду. Ну что, покраснел? Да, разве разберешь? У него лица-то нет? Одна борода. Ну, тоже. Что тоже? Ничего. Слышала? Не потерплю. Выслежу я его. Пойдем, Маша. Пойдем, Маша. Не потерплю. Степа! Степа! Да куда же ты, Степа? Что, на почту поедем? Запрягать? Да. Запрягай. Два. Попадешься когда-нибудь или нет? Ну? Я сюда падала, я ей расскажу. А мне тоже хочется рассчитать. Нет, ну, я не знаю, как это.
Ребята, Винсента нашего цыгана. Жалко мне. Но вы, ребят, молодцы. За вашу работу мы вместе. Купаться пойдем? В лодке пойдем? Нет. В лес пойдем. Ух, там, ребята, самые чаще чудеса. Мед шмелиный, фазаны, черные лебеди. Такое увидим, что никогда не видели. Такое услышим, что никогда не слышали. Это мой цветок. Тише ты! Дядю Петю разбудишь! Я! Ой, а где же дядя Петя? Там. Да нету его. Да ты, наверное, кусты перепутала. Ты не могла и перепутать. Да, пойди, да где же, когда его там нет? Да где же? Да нет его там, он даже не живет. Да ходи, да ходи, вот это. Опять ты здесь. Нужно лучше сторожить. Опять 12 кустов обобрали. Ну так вот что. Что такое? Что случилось? Беда случилась. Что? Ой, гости наши дорогие заблудились, пропали. Ребятки! Ой, я с ними в лес пошел гулять. Лед под кустом дремут, просыпаюсь, нету. Везде искал, бегал, кричал, нет. Да я без него ушел. Он на почту уехал. Ой, не могу. Ой, не могу. Идите в лес, в самую чащу, до красного камня. Пошли сюда. Маша, неладно что-то в совхозе. Тихо будет. Вон бегает кто-то.
Поглядим. Смотрите, кто это? На, посидите здесь, а я пойду поближе. Теперь можно и отдохнуть. В совхозе никого нет. А то б давно за мной кто-нибудь увязался. Хорошо. Одну минуточку. Нос. Ой, простите, пожалуйста. Ой.
Дядя Петя. Ай-яй-яй-яй. Лёня, да. Что же это, а? Уведите его. До чего дошел ты, подумай, Машенька. Бороду нацепил, лиса хитрая. Ребят в лес завел, и все ни к чему. Ай да мы. Коленочка идет. Конечно, пускай она идет. Ну иди же. Да, тебе хорошо, говорит, ты его за бороду не дергал. Все равно надо мириться. Вот постою немножко и пойду. Но ты уже постояла немножко? Нет, еще постою немножко, тогда будет немножко. Ой, я и Борис Борисовича обидела. Пойду и скажу им, мы в попыхах ошиблись. И что же тут такого? Мы ведь не баловались, а берегли совхозный виноград. Искренно умоляем, простите нас, дядя Степан, дядя Степан и Борис Борисович тоже. Что, нехорошо? Нет, очень хорошо. Постой, постой. Одну минуточку. Скажи мне, пожалуйста, будешь ли ты когда-нибудь... Не буду, не буду, никогда не буду. Ну, подожди. Да нет же. Я тебя спрашиваю, будешь ли ты когда-нибудь по-настоящему разбираться в людях? Буду. Будешь? Да.